На протяжении нескольких лет в нашем селе стало доброй традицией проводить детские игровые программы. И одна из них – организация детских праздников на площадках нашего села. В этом году, в период летних каникул, с 20 по 29 августа ежедневно проходят выездные познавательно-развлекательные программы. Организаторы Культурно-досугового центра России Дьяконова Ольга Анатольевна, Козлова Екатерина и Балашова Диана творчески подходят к своей работе. Наш праздник называется «В поисках сокровищ индейцев». Сегодня мы зададим вопрос одному из организаторов сегодняшнего праздника Дьяконовой Ольге Анатольевне. Ольга Анатольевна, что вы хотите сказать по поводу организации сегодняшнего мероприятия? Ну, нам очень приятно работать с ребятами. Мы всегда стараемся сделать программы интересными, незабываемыми. Очень отрадно, что на наших программах бывают ребята не только нашего села, но и района, и также ребята, которые приехали к своим бабушкам и дедушкам из города Тольятти, Самары и так далее. Ребята очень активные, умные. Работать с ними очень легко, нам нравится. Каждая программа отличается своей оригинальностью, задумкой и никогда не повторяется. Дети из Колухани отправились вместе с пиратами в морское путешествие на поиски сокровищ, а ребята со станции Погрузная показали свои спортивные способности. Отрадно, что в нашем селе появляются новые детские площадки, и одна из них совсем недавно открылась во втором квартале. На программе «Веселые клоунята» раздавался веселый детский смех. Ребята играли в воздушный волейбол, устраивали шоу мыльных пузырей, научились танцевать современные танцы. Около 400 детей приняло участие в игровых программах. Яркие и незабываемые праздники были проведены не только для школьников, но и для ребят дошкольного возраста. На протяжении всего лета в детских садах «Теремок» и «Ласточка» царила атмосфера праздника, веселья и радости. Подрастает молодое поколение детских аниматоров. Это сестры Мордвиновы Ани и Маши, Жилкина Настя и Иванова Лена. Под чутким руководством Дьяконовой Ольги Анатольевны они научились играть роли добрых волшебников и отрицательных героев. Хочется сказать им огромное спасибо, и мы всегда рады принять их помощь. Были довольны не только дети, но и взрослые, которые оставили добрые пожелания. Сейчас мы обратимся к нашим родителям. На наши площадки приходят не только ребята школьного и дошкольного возраста, но и маленькие груднички. Они активно принимают участие, болеют за своих братиков и сестренок. Сегодня мы зададим вопрос одной маме. Что вы хотите сказать про наши игровые программы? Очень нравятся нам такие игровые программы, почаще бы они проводились. И с удовольствием посещаем ваши мероприятия. Очень нравится, очень надеюсь. Дети в восторге просто. Они приходят, они устают здесь и приходят домой и уже отдыхают. Каждый ребенок, пришедший на программу, не уходит без подарка. В этом году на них было выделено 20 тысяч рублей. Мы говорим огромное спасибо главе муниципального района Кошкинский Титову Виктору Николаевичу и начальнику межпоселенческого управления культуры Гусарову Владимиру Михайловичу за предоставленные призы.